Вести FM. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Еврозона. 8-903-170-63-63. У нас на связи Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте. 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 Заслушался сам, знаете, так бывает, иногда выкладываешь что-то в интернете, в телеграм-канале выложил, и смотрю внимательно о трагедии, которую вчера подробно рассказывал, обещал выложить видео. Дорогие радиослушатели, заходите на мой телеграм-канал и увидите обещанное. Это трагические события, как они начинались и чем они закончились в испанском анклаве. И о том, это вот кругом Марокко. Есть одна точка, которая испанская. И добравшись в эту точку, конечно же, люди думают, что они уже в Евросоюзе. И этот вот ужаснейший штурм, по крупицам собираешь информацию, люди залазили на эту бетонную стену, падали. Полиция просто беспредельничала. Понятное дело, какие права человека, вы о чем? И видео, которое я выложил, вы обратите внимание на тех, кто пересекал границу. Это худющие, танцующие представители, притом различных стран Африки. Даже если вот на паузу нажать, присмотритесь и увидите ширину носа, она отличается. То есть это где-то Западная Африка, Центральная Африка. И радость такая большая. Все, да пошло Марокко к черту, все, мы уже в Испании. Это их радость была в начале. А потом выяснилось, что люди погибли. Так вот, хочу обратить внимание. Зайдите, посмотрите. Толпа чернокожих, худющих, которые танцуют, которые вряд ли исповедуют европейские ценности. Теперь, вот вчера я это сказал, умножьте на 10 тысяч. Это 2 тысячи только людей было. Умножьте просто на 10 тысяч. 10 тысяч раз больше вот таких людей может прийти в Европу. Что будет с этой бедной Европой? Может, они такая бедная? Может, они действительно верят в теорию заговоров, и им что-то нужно? Вот Европу в будущем именно в таком виде, чтобы это притворило, превратилось во что-то необыкновенное. Ну, я имею в виду в отрицательном смысле слова. Вот. И, ну, действительно не будет, наверное, той Европы в том виде, в котором она была. И в этом отношении, знаете, вот очень интересно, Блумберг нам написал, дорогие радиослушатели, что Германия готовит население и бизнес к трудным временам. Да, и не только Германия, между прочим. То есть долгосрочный ущерб экономике страны. Вот сегодня читал интервью Мельника, это посол Украины в Германии. Знаете, с точки зрения геббельсовской риторики, четко выверенности слога, подборки слов, ничего же не изменилось. Вообще ничего. То есть, как было, так и остается. Но есть сам факт. Я неоднократно говорил, что посол Украины в Германии, это такой эдакий человек, лакмусовая бумажка, о котором судить не надо. Нужно судить о том, когда ему включают громкость, что он говорит, и кто включает эту громкость. А делает он примерно вот что. Он подходит к проезжей части, где стоят люди, и ждут, чтобы включился, например, зеленый свет для пешеходов. И он стоит и говорит, ну он же включит этот зеленый свет. И вот он, посол Украины, стоит и говорит, я требую, чтобы включили зеленый свет. Если сейчас зеленый свет не включат, тогда вы увидите, что на вас надвинется. Есть только единственный способ, это включить зеленый свет. Так он и так включится. Ты никакого решения не можешь продавить, принять, повлиять. И тогда он начинает говорить, тот, кто не включит зеленый свет, это человек, который враг Европе, враг будущему, враг счастью. И дальше и пошло. Все равно зеленый свет включится. И вроде бы ничего, знаете, городских сумасшедших хватает. Я думаю, все когда-то встречали вот этих городских сумасшедших. Но дело в том, что в этот момент, например, подходит газета «Билд». И ставит микрофон и говорит очень серьезно. Посмотрите, что этот человек говорит. Вот у нас сейчас будет зеленый свет. Вот примерно в таком духе свежеиспеченное интервью Мельника. Все то же самое. Украина спасает мир, Украина спасает демократию, благосостояние. И, конечно же, все идиоты. Никто же не понимает, что Украина это, в принципе, не клещ. Это пиявка, которая сосет кровь. Кровь экономического благополучия европейцев. Если уже Блумберг стал говорить о том, что Германия готовит население и бизнес к
трудным временам, то вы можете себе представить, вот реально, реально, что там происходит? То есть, вот опять же, цифры не объясняют всего. Но, тем не менее, Bloomberg говорит, что немецкая экономика сократится более чем на 3%. Я так скажу, господа блумберговцы, вы оптимисты? Какие 3%? Вы о чем? 3% Германия даже не заметит, если сократится производство. А вот реальность такова, что уже на 3 сократилось. К концу года цифра, я думаю, будет 6-8. Даже может быть к концу лета, кстати. И перспективы, как говорит Bloomberg, абсолютно мрачные. Пам-пам-па-бам-пам-па-бам-па-бам-па-бам. Я фальшиво спел похоронный марш, но он очень уместен. Производственные заказы на заводах упали за последние 3 месяца. Затраты растут, а доверие рушится. Увы, опять же, господа блумберговцы, с вами я не согласен. Доверие не рушится. У тех, кто профессионально занимается вопросом, доверие полностью уже отсутствует к действующему правительству Германии. Потому что действующее правительство Германии с точки зрения кризис-менеджмента увлеклось немного другими вещами. И многие относятся к Шольцу как к человеку, который пробует саботировать решение заокеанского большого гегемона. И саботаж выглядит так, ну пока могу, сопротивляюсь, но на самом деле я же понимаю, что сопротивляться не буду. Длительное сокращение потребления энергии в любом случае ведет к тому, что падает не только там экономика или еще как-то, сократятся рабочие места. Говорил, говорю и буду говорить. У постоянный отток рабочих мест, особенно в промышленности, которая должна что-то обрабатывать, это долгосрочный ущерб. И экономическому ландшафту страны, как говорят Bloomberg, долгосрочный ущерб экономическому ландшафту страны. Вот так красиво можно сказать, знаете, так ландшафту страны. Так, Значит, короче, бломгеровцы, а также немцы, прекрасно знаете, что происходит и как происходит. И время отпусков, вот вопрос такой, если в стране экономический кризис, сглаживает или наоборот заостряет определенные вещи. И аномальная жара, которая выбивает просто некоторые вещи, там, ну, например, нужно увеличить подачу воды, ну, просто элементарные вещи на полях. Нужно увеличить охлаждение при производстве. Все, что обрабатывается, все, что крутится, все, что вертится, все, что кипит, нужно включать охлаждение. Опять же, дополнительная энергия. Есть идеальные сезоны. Это ранняя осень и средняя весна, когда вот просто идеально все работает, и свет еще падает хорошо из окон, и переходить не надо ни на летнее, ни на зимнее время. И в этот момент можно рассуждать о чем угодно. И читая статью, опять же, очередной раз, почему я говорю, громкость включили, дали Мельнику возможность высказаться, это, конечно, дорогие друзья, просто удивительно. И как с этим жить, немцам, никто не дает никаких рекомендаций. То есть сам факт того, что жизнь ухудшится, да, видите, уже даже Bloomberg об этом говорит. А вот если говорить о ближайшем практически социальном напряжении, то летний отпуск, конечно же, смягчит действия профсоюзов, действия партийных функционеров, которые сейчас начнут очень бегать за профсоюзами, очень начнут бегать. И смягчение очень простое. Ну, кто летом пойдет на демонстрации, на блокировки? И есть такое слово, которое, ну, вот как-то, вы знаете, есть модели развития. Действительно, может быть, это капитализм и социализм, или умеренный капитализм социалистического плана, или умеренный социализм развитого геоглобального капиталистического плана. Что это пересекающиеся понятия, но вот подзабыли такие вещи, как слово «стачка». Я просто напоминаю, стачка грузчиков в двух аэропортах Германии одновременно привела к коллапсу авиасообщения в стране. Просто две стачки грузчиков, просто чемоданы не разгружали. Это по поводу вот мировой экономики, как умники многие рассчитывают, по поводу того, как мечтали Россию поставить на колени. Так вот, поставили Россию на колени, в кавычках, тем, что сами сейчас стоят и просят, дайте попить, дайте попить. Но началась все-таки программу с кадров, которая у меня в телеграм-канале. Посмотрите, зайдите, не поленитесь, найдите возможность переслать другим это видео, подписывайтесь. Это чудовищно.
Вот если эта картинка с этими действительно худющими, делающими так вот неграми, бегущими в испанский анклав, то все то же самое на улицах. Ну, не дайте им воды, не дайте им хлеба, не дайте им колбасы. Я больше скажу. Я скажу сейчас страшную вещь. Страшную и циничную. Не дайте этим людям женщин. И это будет ужас, что творится. Криминогенная атмосфера будет чудовищная. Это не террористы, нет. Это просто люди, которые хотят выживать. Они из иной культуры. Мало того, они прекрасно знают, что если сотворил что-то, не нашкодил, а именно сотворил. Совершил преступление, можно всегда убежать назад в Африку. Это великая опасность. Это огромнейшая опасность. И где-то там 20 дубинок и 100 жестких полицейских не смогут противостоять. Это когда 2000 человек идет, это да, можно там, знаете, через сетку, через колючую проволоку дубинками с летучим газом отгонять. А когда будет идти 2 миллиона, уже не отгонишь. Это уже будет совсем другое. Вспомните беженцев на границе, когда они застревают ни туда, ни сюда. И так очень даже серьезно думаю, а будет ли военное положение, как поляки вели тогда на границе с Белоруссией, будет ли такое военное положение на территории каких-нибудь анклавов или по балканскому маршруту? То есть это действительно библейские легенды. Будут идти и идти, будут идти и идти. И экономически Европа к этому не готова. Экономически. А морально... Я думаю, да, забудьте, вот еще раз на кадрах видно, как швыряют людей, как бьют людей. И давайте так логику включать. Не подколки и вот это вечное, ой, там права человека, а реально логику. А что делать европейцам? Они действительно должны в этот момент жестко защищать себя от этой орды. Действительно должны. И методы защиты должны быть достаточно твердые и жесткие. И, конечно, там не будет никаких прав человека. Конечно же. Соответственно, знаете, по оценкам немецкого Бундесбанка, если прекратить вот эти все поставки энергоресурсов, это Бундесбанк там говорит, вот возвращаемся к этим 3% экономики, которые сокращаются, а есть еще Евробанк, который посчитал по всей Европе, что это будет. И, в принципе, даже 3%, опять же, давайте вот сравнивать в голове. Помните борьбу Трампа за 2%, которые страны должны отдавать от ВВП на нужды НАТО? И это какая-то огромная цифра. И понимаете, что эти 2% все распределено. Бюджетникам зарплаты, обновление дорог, содержание школ, содержание обновления больничного оборудования. То есть государство несет огромную нагрузку на себе. Это все нужно считать. И боролись, например, немцы за 0,5% ВВП, потому что приходится где-то их забрать. Они уже распределены, эти миллиарды евро. А тут аж целых 3%. Это, грубо говоря, оставить вот Германию без оборонки и без детских садов. Вот это вот понижение, которое сейчас произойдет. И глядя в это будущее, насколько оно мутное, насколько оно черное, скажу, ну, действительно ждут чудовищные времена, если ничего не изменится. Мне кажется, мы сейчас входим в какую-то, может, не так хочется. В последнюю, может быть, это предпоследняя фаза. А может быть, все будет по-другому. Но фазу, в котором должно произойти переосмысление последствий регионального военного конфликта, который совсем не региональный, а глобальный в экономическом смысле слова. И когда дают, увеличивают громкость Мельнику, для меня это лакмусовая бумажка. А, значит, где-то сейчас должно появиться объявление, если Мельник выступил и дали ему громкость порядочную, то должны параллельно начинать объяснять, почему будем жить хуже в Европе, особенно в Германии. Он все-таки посол Украины в Германии. И в этом отношении, конечно же, это очередность, это уже закономерность. Мельник порассказывал о том, что у него, как он видит вообще Европу и функцию Украины в этом деле, объяснил очередной раз, какое нужно предоставить оружие, и оказывается, что артиллерия это террористическая деятельность. Артиллерия это террористическая, понимаете, вот с его точки зрения. То есть я говорю, словесно тексты, пассажи, которые он говорит, это такой хороший послушный ученик старших классов, который у нас заданную тему пишет сочинение, и при том обязательно должен добавить что-то.
Если артиллерия, то это террористическая. Я думал, что артиллерия – это царица полей на самом деле. И для того, чтобы уметь пользоваться артиллерией, нужно действительно иметь артиллерийский расчет, иметь образование, уметь считать. То есть это не так, здрасте, барасте, пошел и уже стреляешь. Но судя по тому, как украинцы передали французские пушки, которые Циазар, как они там называются, которые до 40 километров снаряды выплевывают, как они передали это Уралвагонзаводу, вчера видео эти идут, и действительно достаточно сильно сопровождаются комментарии «Спасибо французам». Французы, между прочим, четко осознали, сейчас уже не помню кто, но кто-то там высказался на тему того, что, в принципе, Францию унизили сейчас. Ну, она передала пару пушек, и где они? Вот, наверное, поэтому мыслит так Мельник, что дать им еще пушек, потому что нужно обязательно эти пушки передать вместе с технологиями. Потом я уверен, что в пушках тоже существуют технологии, и по начиная от стали, заканчивая другими вещами. Все, что хочешь, может быть. У нас мир и получипов, и абсолютно новых сплавов. Передать технологии в России, из страны НАТО. Спасибо французам. Я поддерживаю полностью эту риторику. Молодцы французы, продолжайте так и дальше. И главное, переведите еще то, что Мельник говорит. Вот он очень просит там артиллерию, говорит, что должно быть все паритетно и будет им счастье. И в принципе, если я это еще наложу на Зеленского, что территории вернет, ну вообще, значит, план действий есть. Давайте включим зеленый светофор. Давайте. Сейчас все дружно пойдем. И будет спасена и демократия, и все что угодно. Значит, демократия не может быть спасена в условиях экономической дестабилизации. И если кто-то думает, что где-то на северном побережье Африки можно избить негров, уложить их прям, складировать тела, и все это тоже демократия, это сместится в Европу. Никакой демократии не будет. Мало того, я уже говорю, что дефицит демократии в Европе ярко выраженная вещь. Почему? Потому что один из признаков демократии, конечно же, свобода слова. И так не может быть, что человек, который говорит о дефиците демократии, я сейчас не о себе абсолютно. Я сейчас о депутате Бундестага, который в интервью российскому телевидению сказал, что есть дефицит демократии, и его так стали клевать за это. Смешно. Наоборот, подискутируйте, зачем же вы его пробуете уничтожить медийно. Еще попробуйте комитет собрать, чтобы ему ай-яй-яй сказать. Так что, опять же, большая статья в Билде, вот интервью с Мельником, говорит о том, что существуют четко СМИ, которые не европейского плана. Я уже не знаю, там мы говорим Америка, а может это не Америка совсем, может британцы воюют против Европы, может у британцев свои претензии к европейцам, и у них хитрый план по уничтожению Евросоюза. Я честно, я уже теряюсь, кто там стоит за всем этим, но я понимаю, что критического голоса внутреннего, который был бы проевропейский от Брюсселя до Берлина, его просто не хватает. И да, конечно же, очередной вот этот камушек в огород, вот прилетела сейчас смс-ка, я согласен полностью. Спасибо французским поставщикам за новые технологии. Прям из НАТО. И нужно не забывать по поводу того, что натовские страны точно так же с большим желанием хотят изучить и методы ведения, и технологии, и возможности Российской Федерации. Они не спят. И план Украина, это Украина должна понимать, что она лабораторная крыса. А страны НАТО, которые сейчас соберутся и будут обсуждать некоторые вопросы, вы знаете, уже известно, дорогие друзья, не будет обсуждаться, конечно же, на саммите НАТО вступление Украины в структуру. И кто бы что ни говорил, о чем бы кто ни говорил, вот вдумайтесь, насколько отличается риторика, которая была у НАТО вот буквально там некоторое время назад. Я считаю, до Нового года критический момент был, когда Россия четко сказала, и это, кстати, было последнее обращение к не к НАТО даже, не к структурам, не к странам, а вообще к понятию безопасности и архитектуры безопасности, в котором не учитываются интересы Российской Федерации. Это было до Нового года. И знаете, когда читаешь вот западные СМИ, и просто фраза такая: «Украина по собственной инициативе вновь закупила партию
вооружение напрямую от производителя в Германии. Ух ты, скажу я вам. А чем Украина расплачивается сейчас? Зерном или обещаниями? Или деньгами, которые она получила уже от Евросоюза? Но если она расплачивается, значит, она имела возможность расплатиться. А так как у Украины денег нет... Ну, дело не в том, что там внуки, правнуки. Долги могут списать и даже об этом не узнают, что внуки, правнуки загрузили долгами. А дело в том, что военный бюджет Украины сейчас, если сейчас посмотреть, как это происходит, даже если там отнимем весь этот ленд-лиз, подарки, помощи, то получается какая-то сумасшедшая цифра. Украина себе точно позволить это не может. Бюджетирование Украины – это страны НАТО. И если говорить там о гранатометах, которые идут из Германии, и противотанковых переносных гранатометов, «Матадор» и много-много что еще другого, то сделка, которую одобрило правительство ФРГ, она, знаете, так не афишируется. Но она же прошла только что. Немцы ее одобрили. Немцы действительно в коалиции, в которой есть и зеленый союз 90-х, поставляет оружие. Это правительство разрешило. Это не тайком пришли, купили. Правительственное разрешение на то, чтобы Украина покупала оружие. И, конечно же, так как сделка была одобрена правительством, то народ интересуется, журналисты интересуются, политики интересуются. И вот такая интересная фраза. Министерство экономики ФРГ отказалось комментировать сообщение Weltamzon. Так Weltamzon, так это медийное издание по поводу вот этой закупки. А Министерство экономики, когда пишет, это эвфемизм. Министерство экономики возглавляет Хабек, вице-канцлер Германии. Это тот зеленый, который призывает не мыться, не включать кондиционеры, чтобы насолить Путину. Понимаете? Вот это открытое правительство. Оно от своего народа даже прячет то, что происходит. И дальше уже все, как всегда, идет по принципу не только пропаганды, но и по факту. Сегодня, чтобы немецкое правительство не потеряло лицо, оно должно оставаться в парадигме реального контроля войны. Это единственное, что их спасает. Они должны ее полностью поддерживать и оправдывать медийно, поставками оружия. И главное, они должны быть внутри себя убеждены, что это все правильно. Соответственно, они готовы загнать вот эти великие профессионалы собственную страну в полную, хотел сказать, слово неприличное, ну ладно, не скажу. Так вот, готовы они собственную страну наказать, и при этом речь идет не об Украине. Речь идет уже о сохранении собственного политического лица. Вот здесь я их подлавливаю. В принципе, они понимают, что дальше неправильно, но остановиться уже не могут. Я не должен здесь и сейчас придумать, как они себя могут оправдать. Мне кажется, у них есть только один выбор. Это либо мобилизационная экономика, либо уйти и дать возможность правительству войти кому-то другому. Владимир, давайте сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся после короткого выпуска новостей. Еврозона. 8-903-170-63-63. Владимир Сергеенко на прямой связи со студией. Владимир, прошу вас. Вот СМС зачитываю. Пишет нам с уважением Максим. Доброе утречко, Владимир, уважаемая редакция «Вести». Вот всегда приятно, когда не только меня вспоминают, но и редакцию «Вести», весь коллектив. Так, удачного дня, бла-бла-бла. Пишем случай в поездах Карацлуя. Вопрос. Проезжая по многим полям рассаженного в этом году много злаков, то есть пшеницы. Германия себя так обезопасит от голодного кризиса с нашей аномальной жарой. Можно и в Европе садить пшеницу сейчас. Знак вопроса. Нагоняют снова жути в инфопространстве. Знак вопроса. Максим, по поводу стратегических запасов и вообще посевной. Германия в состоянии себя прокормить. Другое дело, что удобрения, например, которые, опять же, зеленые смогли пролоббировать, чтобы они стали особыми удобрениями, там целый набор определенных требований к этим удобрениям, они стали намного дороже. Плюс, кроме запрета на определенный вид удобрений, если сравнивать, ну, как в старые времена всегда сравнивали, сколько стоит там человека час, дизель, соответственно,
и набор удобрений, чтобы урожай довести до точки, то немецкие зерновые, они не могут конкурировать даже с польскими зерновыми. Немецкие яблоки не могут конкурировать, они всегда будут дороже. Но государство дает определенные субсидии. И там на молочку, например, уходило там до 10% субсидий, когда нужно было. Сейчас по подсчетам уже Германия, конечно, может себя прокормить, это факт, но цена и так высокая, плюс инфляция, плюс еще что-то, говорит о том, что когда будут собирать урожай, понятно, что он не сразу попадает в виде муки перемолотой и хлеба, выпечки на полке. То есть это определенный процесс. То к осени, по сравнению с сейчас, даже при всех государственных дотациях, хлеб будет дороже процентов на 20%. А вот это уже катастрофа, если честно. Это уже катастрофа. На 20% никто не повысит социальные выплаты. Никто не увеличит выплаты по безработице на 20%. Это бред. Никогда такого не было. И правительство должно... И это касается сейчас не только Германии. Это касается практически всего Евросоюза. Правительство должно предпринимать какие-то меры. И здесь... Достаточно тяжелые перерасчеты. Ну хорошо, для крестьян, для фермеров могут запустить процедуру, в которой будет как бы обратный возвратом до 20%, например, на топливо. Но опять же, удобрения. Там катастрофа с удобрением. Вспомните, они же как хитро изначально придумали ввести против одного из самых больших поставщиков калия, белорусского, санкции. Потом против России санкции. То есть мы даже об этом еще не думали, а они уже прекрасно понимают. Ага, месяца через три, посевная, потом сбор, потом у них чуть-чуть по-другому, климат другой, соответственно, у них по-другому. У них раньше все начинается, и посевная, и сбор урожая. Иногда два урожая можно собрать в некоторых странах. Ну, от оливок, я понимаю, они вкусные, но, тем не менее, хлеб из них не выпечешь, и питаться только оливками тяжело. Так вот, в этом контексте вдумайтесь, насколько был проработан план. Я абсолютно в данном случае не конспиролог, но считаю, что это абсолютно продуманные взаимосвязанные вещи. Если я хочу уничтожить какую-то экономику, то я должен понимать, где самые болезненные места этой экономики. Как сделать так, чтобы был кризис? И когда ты будешь совсем нищий и голодный, приду я, поставлю тебе свои ядерные бомбы и скажу, ну что, ты же понимаешь, только я могу тебя защитить. И, кстати, вот тебе пакет соглашений. В одном пакете будет написан эдакий план Маршалла, в котором ты обязуешься продавать свою продукцию нам на наши инвестиции, и значит мы входим в бизнес. То есть, грубо говоря, ведущие индустриальные мощности Германии должны будут выйти на биржу, выпустить дополнительную эмиссию своих акций, и это скупит кто? Тот, кто напечатает деньги. Будет ли это скупать Евробанк? Простите меня, ну, за откровенный разговор. Они настолько тупые, что они будут долго демократически выражать несогласие с тем, чтобы все консенсус имели, все проголосовали за. Потом скажут, мы не имеем права, и в этот момент Америка их обойдет на повороте. То есть Задорнов в этом отношении, царство ему небесное, когда говорил, они тупые, он вкладывал совсем иной смысл. И они при этом живут, функционируют, влюбляются, но они не понимают, что их кинули. Они все еще чувствуют, что они могут на что-то влиять. Они живут в этом мифе. И иллюзорность вообще восприятия, она связана с неповоротностью в кризисной ситуации определенных институтов. И как может человек, который пришел руководить Евроцентробанком, в котором была инфляция годовая 0,00, сегодня, когда она 0, она 20%. Это два разных человека должны руководить. Один человек ничего не понимает в этом. Он был почетно избран, радовался. Ух ты, отлично, я сижу в этом кресле, я глава Центробанка. А реальная картина сейчас, нужно что-то придумать, нужно договариваться с правительствами при том. И так не может быть, что инфляция в Испании, которая не сравнится с инфляцией в Германии, будет руководиться Центробанком, который одинаково приравняет и Германию, и Испанию в этом контексте. Были бы национальные валюты, сейчас было бы легче разрулиться каждой национальной экономике. Так как нет национальных валют, есть общая и общая команда Центробанка, а уровень жизни и производства абсолютно различные, то не надо сравнивать в еврозоне вот эти вот инфляционные понятия и приравнивать их все под одну косу. То, что делает Центробанк.
Соответственно, в этом Центробанке, конечно же, не учитывают интересы отдельной группы лиц. И если Германия сажает в особом количестве пшеницу, то они стратегический запас создают. Но дороговизна этого хлеба, ее нужно тоже учитывать. И в этом отношении, я уже рассказывал в Еврозоне, есть страны, которые четко понимают там, на юге Европы, как это все сейчас будет происходить. Выплаты, пособия не увеличиваются, а корзина потребления уменьшается. Это значит, что за те же самые деньги ты теперь получишь не целую буханку хлеба, а две трети или половину. Временно это или не временно? Ну, я не помню, чтобы инфляция откатывалась назад и дешевели продукты. Я этого не помню. Рынок диктует свои игры, при этом никакие антимонопольные службы не смогут спасти. И это не жуть, уважаемый Максим, в информационном пространстве. Как раз жути сейчас нагонять надо, чтобы все понимали, что может быть. Выдержат ли нервы? Есть ли ресурс у европейских политиков в случае социальных волнений, а также действительно удорожания жизни, не увлечься идеей зеленых, превратить все в военную базу и перейти на военную экономику, объясняя, да у нас же война. Да мы же воюем. Правда, не своими руками, убиваем просто украинцев, но на самом-то деле и мечтаем убивать русских. И поэтому давайте действительно будем понимать, что сейчас голодное время, какие нафиг Мерседесы, БМВ, обновленные кредиты, ипотеки. Нет, у нас тяжелое время. И они останутся благодаря жесткой пропаганде в своих креслах. Если это цель, то мы видим первую фазу ее воплощения. Если это идиотизм, то должен кто-то на этот идиотизм выработать противопоставление новых концепций. Концепция мира, ну, я сейчас начинаю замечать, что появляется фраза время от времени в западных СМИ, я сейчас имею в виду не Америку и не Британию, я сейчас говорю о Европе, появляются вот эти вот, я бы сказал, вбросы, наверное, очень легкие на тему. А что, если вдруг задуматься о мире? А нужно ли действительно фанатически поддерживать региональную разборку не стран ЕС и не стран НАТО? Ах, это ж кандидат ЕС, ну что вы. Очень хочется, чтобы это был ЕС, да? Ага, конечно. И вот следующее СМС. Уважаемый Владимир Владимирович, вы говорите, ваша наша передача внимательно слушают Бундестаги. Передайте, пожалуйста, слушателю Олафу Ши, что я сейчас еду по платной дороге Москва-Санкт-Петербург, 150 км в час, плюс 29, но работает кондиционер. Машина на газу, 45 евроцентов за литр. Глеб, большое спасибо за иронию. Я понимаю насчет того, что кондиционер в машине и 45 евроцентов за литр, и скорость 150 км в час. Да, это реальность. И было уже это в Германии. Было, когда по выходным запрещено было частным транспортом ездить по автобану, и полиция ловила, кто хотел пересечь, знаете, так вышел на автобан на пару минуточек и съехал через два съезда, чтобы по сельской дороге не ходить. Ловили. Было это в 70-х, когда был энергетический кризис. Идет ли Германия к этому? Абсолютно четко идет. Абсолютно четко идет. Аномальная жара, урожайность, дороговизна удобрений, дороговизна электроэнергии. Все ведет к одному. К экономическому коллапсу. Ведет ли это к разрушению Евросоюза? Пока рано говорить. Таких замашек я сейчас не вижу. Но тенденция, которая сейчас началась, месяца через три, вполне возможно, что кто-то покинет еврозону или начнет очень остро об этом говорить. Потому что Евробанк не отпустит свободное плавание, не отпустит свободное противостояние вот этим правилам ЕЦБ. Вести ФМ. Так. Вот в Кирове нас слушают, это приятно. Привет из Штургарта. Немцев очень много, это хорошо. Вот вопрос из Москвы, Липецкая область, не подписано. Кем сервер указывает? Здравствуйте, может из негров-наемников сделают они? А может. При этом, если Европа вдруг сделает предложение, от которого нельзя оказаться, я тоже об этом все время думаю. А что, не закидывали уже удочку по поводу приема беженцев на территории Украины? Закидывали. А что, Зеленский думает, реально он такой весь разруливающий? Он, как и его посол Мельник, стоит на светофоре и кричит, дайте зеленый, дайте зеленый. Да и так включит автоматически. Вызовут на ковер и скажут, Зеля, ты нам очень много денег должен вместе с Украиной. У нас тут реально невозможно справиться с кризисом. Значит, вот
вот тебе еще 200 миллионов долларов, быстренько построил лагеря с беженцами. А, кстати, тем самым ты защитишь Украину от нападения, сделай живой щит. Вот тебе первая партия, 2 миллиона африканцев. Скоро будет вторая, еще 2 миллиона. А мы будем давать деньги на кормежку и прочее. Принимай, потом разберемся. И что он ответит? Скажет, я не хочу быть больше кандидатом в кандидаты или что? Нет, конечно. Никуда он не денется с подводной лодки. Будет послушно выполнять то, что ему сказали. И, о господи, бедная Украина. Но это прогноз, знаете, в будущем. Будет ли не будет, возможно. Да, я считаю, что возможно. Я считаю, что возможно, потому что именно эти закидушки делали уже европолитики. И противопоставить Зеленскому националистов украинских, которые могли бы сказать, что ты делаешь с нашей националистической бандеровской Украиной, сегодня он самый большой бандеровец. Сегодня он бандеровец номер один, поэтому противостоять, если вдруг прикажет, он не сможет. Будет делать, конечно. Худший это сценарий для Украины абсолютно. То есть еще последний кол вбить так, и расовые теории, знаете, вот поверьте просто на слово. Я был в этом месяце в Париже, я был в Страсбурге, я был в Вене. Париж – город чернокожих. Страсбург – город чернокожих. Есть некоторые кварталы, вы там белых людей вообще не увидите. Брюссель – город катастрофический. И вот эти вот кварталы гетовские, где видно, что действительно бедные люди, вот просто видно. И представьте себе, например, квартал, в котором такие поломанные пластиковые стулья, люди сидят на улице, и они говорят не на местном языке, не на французском. И ты понимаешь, что это какой-то специфический язык, ты его идентифицировать не можешь. Арабский, например. То есть я не являюсь специалистом, который по цвету кожи, по ноздрям может четко сказать регион. Примерно понимаю, это Африка, это Северная Африка, это арабы. Если арабы слишком темные, значит тоже понятно, что это за часть арабского мира, где там Африка. Но демографические проблемы, существующие в Европе, мне тоже иногда кажется, что это особый разговор. И Польша же сопротивлялась именно вот тому, что Европа очень радуется, то есть исчезновению белого человека. И в этом отношении убить Украину, а также страны Балтии, как белых людей, ну, извините, это можете сколько угодно ставить претензии, что это российские разговоры, я говорю о факте. Ты идешь, и у тебя есть впечатление от жителей этих стран, от того, как это все происходит. Это вначале кажется выгодно, когда негры мусор собирают, а потом эти негры не только мусор собирают, становятся президентами, и такое бывает. И рассказывают о том, что слово негр, оно является недопустимым. Слава Богу, в русском языке еще можно говорить негр. Вот, Владимир, привет из Риги. По поводу, дорогие друзья, по поводу кота, который слышен, и там впустите его, он помогает мне вести программу. Он лапой дотрагивается и говорит мне, что я должен сказать. Он подсказывает. И избавиться от кота в домашних условиях невозможно и не буду. Много сообщений, спасибо, что переживаете. И да, канал, телеграм-канал называется Владимир Сергеенко, как и я. По поводу, скажем так, дачного режима и умения выживать, вот это шутки шутками. И меня спрашивали сейчас в Германии, правда ли, что русские, имеют в виду конкретно сейчас уже россиян, а не русских, что имеют такую традицию себя же подкармливать со своего же огорода. Я говорю, что это не только традиция. Я, например, некоторые продукты прям жду зимой. То есть ты за лето как-то уменьшаешь потребление определенных продуктов, прям соскучился по квашеной капусте, там, по соленым огурцам, по маринованным. Вот есть такое какое-то внутреннее. Я говорю, да, это наша культура, в том числе и кухня. И понятие дачи или огорода тоже это наша внутренняя субкультура. И мы радуемся нашим огурчикам. Да, в Европе этого нет. В Европе, если дача, то, как правило, это дача для того, чтобы пиво попить и погрилить, пошашлычить по-нашему. Не больше. Субкультура просто отсутствует. Соответственно, насколько это влияет на домохозяйство и как это влияет. Ну, наверное, в России это определенные подсчеты. Кроме субкультуры потребления, и я не знаю, передают все время то черешню, то помидоры, понимаете, как-то все такое свеженькое, с огорода. Но это действительно наша субкультура. И на Западе этого не понимают, соответственно. Гордиться этим или наоборот, нужно перейти на индустриальное производство, тепличное,
отличное голландское производство. И я, кстати, если вы мне дадите какую-то обратную связь, буду благодарен, потому что меня спрашивали, я не знал, что ответить. А чувствует ли, например, россиянин, что Голландия вот меньше цветов поставляет в Россию? Российские женщины чувствуют себя обделенные в данном контексте или нет? Притом это, знаете так, смесь иронии, когда такие вопросы задают, и надежда, что все-таки неправда, что мы не чувствуем этих санкций даже на таком уровне. И я понимаю и иронию, и понимаю надежду, потому что встречаю все больше и больше людей, которые осознают, что кризисное развитие не имеет поверхностности, оно глубинное все-таки. И этот айсберг, который сверху создают идеально СМИ, там, крикливая Украина, страны Литвы, Латвии, Эстония, при том, кстати, что-то Литва в лидеры вышла по крикливости сейчас, конечно, и тоже понятно, почему. И общей границы с Российской Федерацией нет. Это вообще все понятно в этих мышлениях, в этих играх, в этих страхах глобальных. То без рассуждений, а именно с запросом, что да, мы понимаем, я сейчас говорю, как будто, вот как европейцы со мной разговаривают, да, мы понимаем, и да, архитектура безопасности была нарушена, да, мы понимаем, и пошли перечислять все, что мы знаем, но то, что нет у них в прессе. А вот скажите, а когда мы планируем, ну вот, и дальше начинается опять, знаете, ироничный вопрос, там, Берлин брать будете? Я думал, что это ирония. Нет, они на полном серьезе это говорят. А почему? Для того, чтобы нас избавить от вот этой зелени. Имеется в виду правительство зеленое. Ну, соправительство зеленое. И вроде как ирония, а на самом деле вот эти низовые разговоры с простым человеком, знаете, даже депутаты, даже журналисты, даже врачи. Вот я смотрю реакция: Италия, Франция, Австрия, Германия, где я был, вот люди спрашивают, их интересует действительно. Они боятся высказать открытую симпатию, она вся какая-то завуалированная в последнее время. Владимир, у нас минута осталась. И уже когда вот эта завуалированная симпатия уже так четко продемонстрирована, дальше переходит, знаете, такой разговор, как будто я принимаю жалобы у европейцев на то, что у них так плохо, а будет еще хуже. И я, если честно, с удовольствием эти жалобы принимаю. Вот так вот, Сергей. Минуту я уложил, секунд 30, тяните вы сами теперь. Да. Еврозона. 8-903-170-63-63 для ваших сообщений. Также работает телеграм-канал. И Владимир Сергеенко у нас в прямом эфире. Так, вот смс пришла. Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, у меня дочка находится в Польше, она не может выехать в Россию. Спасибо, Валерий Оренбург. Валерий, российское посольство, правильная точка, куда нужно обратиться. Очень мало исходных данных, понимаете, какое у нее гражданство у вашей дочери, почему не может выехать. У граждан России с этим проблем нету. И если маршрутная карта, то через Калининград проще всего. Подъезжайте к Калининграду. Вот, или к ближайшему городу возле Калининграда, там на такси спокойно поляки перевезут. Что касается визовых и прочих вещей, правильная точка – это посольство Российской Федерации на той стране, на которой вы находитесь. Там помогут, там объяснят правила. И у меня, почему я обратил внимание на эту смс, потому что вчера групповое письмо получил. Это немцы, у людей немецкие паспорта, у них нет других паспортов, но они русские, они думают реально о смещении, о переселении, думают о своих детях и думают о переселении в Российскую Федерацию. Это вопрос будет всплывать и будет всплывать, и еще раз будет всплывать неоднократно. И, дорогие радиослушатели, дорогие подписчики телеграм-канала, за добрые слова спасибо. Поставьте, пожалуйста, географию, где вы слушаете. Вот замечательное сообщение. Ольга нам пишет, Московская область. Добрый день, живем практически с огорода. Три морозилки на зиму, от фасоли до клубники. Погреб весь в банках, картошка, морковь. И даже не мыслим покупать овощи в магазине. Очень редко. Знаете, вот представьте себе страну, в которой сознательно, по закону, сделают ограничения, будут ходить полицейские и смотреть. Ах ты сволочь, ты помидор таком посадил, а штраф тебе. А завтра придем, если ты не сама это выкручиваешь, то мы тебе выкручим или еще один штраф влепим. Для того, чтобы заставить человека идти в магазин покупать это. То есть индустриальное сопровождение сельхозпродуктов и запрещение делать так, чтобы ты мог вырастить и излишки, например, продавать. Это Германия.
Потому что в восточных странах все-таки Европы на дороге ты еще все-таки можешь увидеть людей, продающих излишки собственного огорода. Значит, Челябинск интересует отставка Качинского. Нина пишет нам. Уважаемая Нина, насчет отставки Качинского. Вы знаете, рано или поздно группировка Качинского должна быть вообще отстранена от власти. Даже не Качинский, а все эти ястребы, которых он вокруг себя собрал. Эдакая польская горячая кровь. Смешно, но это так. Которая свой гонор ставит впереди паровоза и считает, что Польша может действительно и обязана иметь ядерное оружие и может разнести Москву. Это их философия. Это люди, которые так мыслят. Если ты на них посмотришь, ну, фанатики, да и фанатики. Понимаешь, надень на него доспехи рыцаря и вспомните фильм «Тарас Бульба». Все. Вот на этом заканчивается восприятие. О Качинском. Насколько его отставка связана с его здоровьем и насколько его стало заносить уже на поворотах, что он стал выносить мозг даже в своей группировке. Берем Львов, пока лежит, пока валяется, пока ничейный. Русские ничего не смогут сделать, что он достал других. Я думаю, имеется два контекста. И тот, и другой. И тот, и другой. Там нет разговора вообще о никакой переформации. И чтобы Качинский создал там новую партию, там на новые выборы пошел. Нет. Я думаю, это действительно смесь. И как в любой политической интриге, подковырнули в тот момент, когда ослаб. У меня нет никакой симпатии к группировке Качинского. Просто уже даже сама фраза говорит, группировка Качинского. Понятно, что и Качинскому у меня симпатии нет. И с точки зрения Польши, там же, знаете как, пока кризис какой-то есть, там белорусско-польский был кризис на границе, был украинские беженцы, украинцы. Но на самом деле, как только все заканчивается, у Польши внутри же зрел конфликт, именно внутри Польши, между группировкой Качинского и либеральным настроенным, европейски настроенным частью населения. И Качинский, скажем так, благодаря технологии правительственных перестановок, изменений, судебных реформ, контроля прессы и судей, действительно удержался у руля, а на самом деле, если это вычеркнуть, является ли Польша эдакой брюссельской проевропейской, или все-таки последней консервативной державой Европы. Я думаю, в этом отношении внутренняя борьба Польши, она затменена сейчас другими событиями, но она не исчезла никуда. И вроде как есть консолидация в обществе. Все-таки давайте встаньте в позицию поляка, у которого внешний враг завтра уже на пороге. Вы не понимаете, говорят они. Следующая страна это будет уже Польша после Украины. Все это есть, но есть определенная усталость. Определенная усталость, она... Вот я когда рассказываю о Германии, о кризисе, но ведь такой же кризис во Франции. А что в Польше по-другому? У Польши что, свои буровые скважины, они нефть добывают? Нет у них, конечно, этого. И как бы кто ни кичился, кризис, если он бьет по всем. И один из кризисов, о котором мало говорят, но он очень существенный. Невозможно взять из центральной кассы взаимопомощи деньги, если там их нет. А чтобы они там были, туда их должен кто-то положить, как в анекдоте. И если в тумбочку не положили, извините, тогда из тумбочки не возьмешь. А кто в тумбочку клал? Поляки, что ли? Нет. Поэтому экономический кризис, бьющий по Германии, это запрограммированный кризис не только в Польше, не только в Чехии. Там. Хотя нет, Чехия может проскочить. В Румынии, Болгарии. Этих кризисов очень много может быть. И будут правительства, которые, скажем, начнут вырабатывать свою национально осведомленную, ну пусть ограниченную, тем не менее, это будет эдакая направленная на внутренние проблемы политика, или те, кто будут конкретно просто долбить Брюссель и говорить, помогайте, спасайте, давайте, открывайте станок, печатайте, и то будет. И я считаю, что Качинского вовремя, грубо говоря, сместили. И мое глубокое убеждение это вот, Львов надо брать, пока валяется, знаете, конечно, есть поляки, которые об этом мечтали всегда бы. Я вам больше скажу, и львовяне есть, которые об этом мечтали. Но это вразрез как-то с политикой Украины. Хотя там тоже есть черти что, о чем говорить. Поэтому на Качинском точка, потому что информации мало, я думаю, в ближайшее время просто ее сольют.
прям совсем-совсем сольют. И сливание этой информации, то есть по здоровью, или он там достал уже всех, я думаю, сделают вначале аккуратно, а потом, знаете, как вылет все помои, как всегда это делают, особенно поляки, не стесняясь. Так что подождем немного, будет все понятно. Значит, я хочу переместиться все-таки на границу Германии со всеми соседями. Германия ввела пограничный контроль. Почему? Потому что G7, потому что собираются сильные мира сего. Ну, не все. России и Китая там нет. И Индии там, кстати, нет. И в этом отношении есть, конечно, ну, определенные нюансы, почему пограничный контроль ввели. Боятся чего? Чего боятся? Боятся террористов, боятся вторжения какой-нибудь армии. То есть итальянцы на танках приедут в Германию или что там, в эту Баварию. Чего боятся немцы? Почему они ввели пограничный контроль? Почему? Я пересекал границу сейчас в Германии и на поезде, и на самолете, и машиной. Ну, так получилось. Сейчас такие транспортные интересные зигзаги нужно рисовать, чтобы попасть из точки А в точку Б. И могу сказать, что в поездах, да, есть контроль. Дорожный контроль не везде есть, но он, тем не менее, тоже есть. И он был усилен буквально на днях. Очень сильно. Почему-то поезда в основном. Останавливают автобусы. Легковой транспорт можно проскочить, даже не остановят. Почему? Рассказываю и объясняю. Все очень просто. Сидит немецкий пограничник, смотрит в бинокль. Если едет в машине один человек или два, возраст 50+, машину не остановят. Он просто смотрит в бинокль, его даже не видно. И такое ощущение, едешь расслабленно, контроля нет. Это как на 1 мая в Берлине. Идешь по городу, вроде все ок, зайдешь в боковую улицу и обалдеваешь от того, сколько там стоит робокопов. Вот эти вот полиция в щитках, которая будет на 1 мая дубинками разгонять протестующих. Почему я вспомнил 1 мая? Потому что это одна и та же причина. И почему интересуют поезда и автобусы? Потому что именно там будут передвигаться люди, которые меньше 50, люди, которые по внешнему виду ярко выраженно используют определенную стилистику в одежде. Это хаоты, это черный блок, это серый блок. Их видно по улице. Они не будут носить псевдо какие-нибудь там итальянских дизайнеров, купленных в Турции, или особо отточенные яркие пестрые рубашки. Нет. Они как раз все специфически одинаковые. И если бы я так описывал их, у них от зеленого до ультрафиолетового цвета волосы, зачастую действительно пирсинги в разных местах, цвет одежды от серого до черного. Ты не видишь ярких тонов у них. И возраст 30 плюс-минус. То есть я бы сказал, меньше 35, старше 20. Это и есть та категория лиц, ради которой вводят пограничный контроль. Потому что вчера уже были протесты. Потому что никогда G7 не проходит без протестов. Потому что сколько бы ни тужились G7-овцы и рассказывали о том, что больше российское золото покупать не будут, я их понимаю. Ну, значит, у них нет необходимости. Золото же не только на ювелирку уходит. Золото — это и контакты в определенных вещах, и полупроводниках, и многое что еще. И в телефонах золото есть. Не будут они золото покупать, и, знаете, там ради этого люди на демонстрацию выходят? Да бред, конечно. Или люди выходят на демонстрацию, чтобы рассказать G7-овцам о том, что все больше нужно оружие на Украину поставлять, тоже бред. Регулярные протесты, и вспомните, пожалуйста, когда собирались в Гамбурге представители вот этих групп G7, G20, вспомните, как выглядел Гамбург. Ощущение было, что Гамбург бомбили. Со стороны разные точки города в небо имели непосредственный контакт в виде черных столбов дыма. Почему? Потому что где-то вечером группы хаотов, автономов, как их называют, а я говорю точно, что это подпольщики, настоящие, хорошо уже объединенные, четко знающие, что они хотят. Они хотят изменения определенного отношения правительств к определенным проблемам. Их интересует социально, их интересует гендерно, они плевать хотели. Вот это все понты, там гей-парады, это их не интересует. Их интересует самая нищая, самая бедная, самая незащищенная прослойка населения, откуда, как правило, они сами. И шансов
генов нету. Это правда, что многие вещи передаются по наследству. И золотая молодежь есть в каждой стране. И право на образование, стипендиальное или не стипендиальное, это еще иногда связано с культурой внутри семьи. Если я не хочу, чтобы мой ребенок учился, потому что я сам не учился, то я ему и не привью эту любовь к учебе. Не надо ему это высшее образование, работать пойдет. Вот я же пошел в 16 лет работать. Иногда это субкультуры восприятия. И вот выходцы из этих, это не стыдно говорить, я из низкого слоя. Или там, а я что, из высокого? Да высокого слоя нет. Низкие слои – это самые необеспеченные слои. Как бы это обидно не было, но это так и есть. И выходцы понимают, что все дальше и дальше, их оттесняют от центра. Ты раньше к центру ехал 15 минут, сегодня уже 40. И индустриальность плюс киберфашизм, как они это называют, приводит к тому, что новое поколение людей, смесь депрессии, смесь действительно от безделья, дорога от легких и тяжелых наркотиков к сексуальным экспериментам, а на самом деле ты превращаешься в животное. Ты не несешь высоко и гордо понятие человек. Это основной вот исходник, почему серый блок и черный блок выставляют определенные условия. Действуют они достаточно жестко. В Гамбурге была как бы параллельно две операции шли. Там история какая была? Отвлекали полицию вроде как демонстрации, а в это же время бегала группа людей, притом их бегало до 20 разных групп различных, от 5 до 15 человек. Согласитесь, что это не так много людей. И поджигали машины. Как правило, поджигают, ну, или что успеют, это очень просто делается, не буду технологию сейчас рассказывать, или, как правило, то, что по их взгляду выглядит очень дорого, то есть дорогие машины, ну, богатым нужно насолить. И противостояние с полицией, вообще-то требования очень простые, перестаньте, прекратите. Они могут какие угодно выдвигать требования. Кстати, они, с точки зрения антиглобализма, там разговор идет о, например, зеленом насилии. Был период, когда, я помню, эти хаоты выставляли требования по зеленому насилию. Действуйте вот именно в парадигме всего озеленения, солнечных батарей, ветряков. Сегодня наоборот. Сегодня они говорят, вы насилуете нас тут эти зеленые идеи. Так вот, германские границы перекрыты, потому что серо-черный блок, то, чего боится погромов, то, чего боится, и может быть абсолютно правильно, силовой блок Германии, который отвечает все-таки за то, чтобы жить, 7 собрались и пообщались, уже не является внутреннемецкой проблемой. Это международка. Они приезжают из всех стран. Поляки приезжают, чехи, итальянцы приезжают. То есть это люди, которые объединены одной идеей – противостояние глобализму. Потому что в глобализме они видят угрозу вообще человеку как таковому. Маленький человек не может один изменить, если вдруг лидерам захотелось всех завести в онлайн-обучение. И тогда дети растут без социального контакта, не зная, как пахнет сосед, не зная, как дернуть девчонку за косичку, не зная, как девчонка отвечает папкой по голове и говорит, ну сам дурак. Нету этого социального контакта. Это кажется, что ерунда. А на самом деле, если такое насилие происходит, а потом выясняется, что в детском саду... Вот, опять же, это вопрос. Это гендерно или это насилие со стороны государства? Идут уроки демократии, в которых объясняют, что вроде бы как ерунда, вроде бы как не касается там каких-то новых полах, а на самом деле снова это госпрограмма. И хаоты, как их называют, на самом деле давно уже не хаоты. У них есть их лидеры. Это глубокое подполье. И в этом глубоком подполье они умудряются взаимодействовать с другими социальными кругами, в которых не так агрессивно, не будут поджигать мусорники, но выйдут на протесты. Вчера 3500 людей вышло. Много или мало? Для центральной площади Мюнхена много, я считаю. Тот, кто там был, понимает, что там тогда яблоку негде было упасть. Плюс не забываем, сколько оккупируют на границе. Вот эти вот мышки-кошки по горам перебежать. Доблестные пограничники смотрят бинокль и пробуют именно ограничить вот эту группу лиц, чтобы они не добрались. И с точки зрения безопасности, а давайте посмотрим вообще, о чем они там будут говорить, кроме того, чтобы у России золото не покупать. Они еще мечтают, они в данном случае это представители G7, при этом немцы открыто говорят о том, что Байдена политическая карьера вполне возможно зайдет раньше, чем будет переизбрание нового президента США. По многим причинам, когда говорят слово «слаб», и имеют в виду, знаете, вот честно скажу, мне не стыдно, слабоумие – это болезнь.
не дай бог она дотронется до родственников. И слабоумие в политическом контексте – это тоже болезнь, тоже заразная. Политическая шизофрения – тоже болезнь. Русофобия – отвратительнейшая, но это болезнь. Они же ей друг друга заражают воздушно-капельным путем. Я сейчас не шучу. Это не конспирология какая-то. У меня нет объяснения с точки зрения логики, почему эти люди такие отпетые русофобы. Если посмотреть на Байдена, о чем с ним говорить? Прочитать его табличку, зайти, сказать «здрасте», спросить и выйти, не забыть, в какую сторону, извините. Это чудовищно, что творится. Кто миром этим руководит? И вот эти сильные мира сего собираются придумать новый пакет санкций, проговорить его. Например, вступаем в сговор, говорят они, и у России не покупаем нефть дороже такой-то цены. Дорогие либера-твари, которые долгие годы работали на Запад. Либера-подонки, которые долгие годы работали на Запад. Все ваши либер-ценности являются всего лишь навсего поводом для ментальной, а также экономической оккупации России. И это хорошо, что вас нет на горизонте. Потому что мы-то всегда знали, просто вы были громче. Вам же и грантики подкидывали, и громкость подкручивали. И вы такие объединенные и хорошие. А мы всегда знали, что нет свободной торговли. Нет удобских инвестиций российских. И когда собирается G7 и придумывают новые правила, а давайте у России не будем покупать дороже чего-то там, то есть у других можно купить, а у России нет. Это как вы собираетесь этот инструмент воплотить в жизнь? А я вам скажу как. Они могут ввести систему налогообложения, в котором при доступе сырца там, ну, на конечный рынок или на перерабатывающие предприятия будет облагаться специфическим доп. Налогом, по которому конечному потребителю будет невыгодно покупать у России, потому что у него будет доп. Налог. Тем самым это нарушение всех нормативов, всего, ВТО, Всемирной торговой организации, Международного валюты. Валютный фонд должен расплакаться и рассыпаться, посыпать голову пеплом и самораспуститься. Не остается больше ни одного инструмента международного пространства, в международном праве, который бы говорил, что у нас старый мир. Это абсолютно новый мир, в котором действительно воплощать будут новые правила. И если собирается, как написали наши коллеги в Шпигеле, собирается клуб, то у них должны быть одни правила. Вот они себе новые правила и придумали. И опять, вы знаете, а мы где-то там. Санкции вводили в прошлом году, и позапрошлом году, и в позапозапозапрошлом году. И даже без санкций собирали, что британцы свой парламент, что немцы свой парламент, и ограничивали доступ, что китайцам, что русским, на собственные рынки, даже в инвестициях. И это было. Поэтому сказки там, что вот Украина, поэтому надо. Нет. Собирается клуб русофобов, которые действительно целью поставили, всеми правдами и неправдами поставить Россию на колено. И как они об этом будут думать? По-разному. Но при этом нужно тоже, вот давайте правду не будем приглушать, при этом есть там еще пару моментов. Нужно использовать идиотизм определенных лидеров Запада для того, чтобы Европу поставить на колени. Есть два плана. Россию не получится, но Европу-то мы видим, как нагибают, как ее ставят. И в этом отношении, знаете, клуб, который объединяет единомышленников, и эти единомышленники должны поклониться, например, новому богу экологии, чистой экологии, то в данной ситуации, ну это же бред. И я не знаю, как Шольц, который будет предлагать свою экологическую повестку, то есть там на полях должны обсудить Россию, понятно, с утра до ночи будут ее обсуждать, но официально заявлена и зеленая повестка. И как Шольц может зеленой повесткой дальше смотреть своим коллегам в глаза и рассказывать о том, что они не будут использовать уголь и атомные электростанции, и они переходят, ну извините, это уничтожение действительно экономического сектора Германии, а дальше уже и Европы. Я не думаю, что, кстати, французы поддерживают его в этом отношении. И правильно делают. Каждый за себя сейчас будет. И последняя попытка объединиться под американцами. Ну, мне так интересно, о чем они один на один будут с Байденом общаться? И как, главное? У меня нет опыта общения с политиками, у которых деменция. У меня нет подтверждения, что у Байдена деменция. Но как писатель во своей авторской программе «Еврозона» я могу это предположить. И могу развить эту мысль. И это не моя проблема, как общаться с политиками, у которых деменция. Абсолютно не моя. Другое дело, что у него красная кнопка. И он-то красной кнопкой теперь может шантажировать Европу. И здесь ему противостоять может только Франция. Это звездный час Франции.
в Европе, когда уедет Байден. А сейчас нужно продемонстрировать объединение. И, конечно же, протестующие будут. Конечно же. И, конечно, я не ожидаю там большого прорыва. Будут ли пожары? Думаю, что в этот раз нет. Потому что заранее было объявлено, и первичный контроль был уже больше недели на границах Германии. То есть, ну, в преддверии G7 я понимаю, что силовики должны предпринять все возможное, чтобы было без хаоса. А хаоты как раз должны все сделать, чтобы обмануть силовиков. Я думаю, что выиграют силовики, если честно. Я даже в этом уверен. Демонстрации, которые в Германии сейчас на полях G7 проходят, при том, что Германия, если честно, имеет хороший опыт подавления этих демонстраций. И опять же, чтобы понимали, на каком уровне это происходит, дорогие радиослушатели, представьте себе там курортное место, замок, куда все съезжаются, лидеры стран, и существует зона, куда простой человек попасть не может, зона безопасности. Вот как только эта зона заканчивается, там активисты разбили палаточные городки. И один из этих городков был достаточно большой. И, ну, как бы все всегда заявляют, что протесты будут мирные. Вечером они мирные, утром не мирные, ночью непонятно. Ну, то есть противостояние между силовиками и непонятными демонстрантами есть. И существуют законы, кто должен отвечать за безопасность. Тех гостей высокопоставленных, которые приехали. Ну и за демонстрантов, кстати, за них тоже нужно отвечать, за их безопасность. И вот как вы, есть там разговоры, перетряги, потом там в судах разбираться, все это есть. А теперь представьте себе, Люфтваффе немецкая, которая по закону Федерации немецкой не имеет права участвовать внутри страны ни в чем, и понятно почему, отправляют свои самолеты на такие специфические тренировочные полеты, в котором порог скорости звука аккурат проходит над этим палаточным городком. Это такой сильнейший хлопок. И делают это еще на бреющем полете. Высота очень маленькая. Так что аж палатки сносят с места. Случайно? Я очень хорошо помню, как это было на севере Германии. И в этом контексте я понимаю необходимость с точки зрения государства себя защищать. Это логично. И я понимаю с точки зрения протестующих, что они обалдели. Они были готовы максимум к тому, что их будут там запугивать, арестовывать, ну, дубинками бить. Но что самолеты будут у них на бреющем полете над головой летать. И вот этот вот хлопок, это больно и страшно. Выполнять. Это же на каком уровне все происходит? Что думаете? В определенных кругах, конечно, знают. Ну, а также тишина. Вот, кстати, спасибо большое. Александра Бедзекинген прислала фотографии две. Уже вторая заправка. У нее нет дизеля в Германии. Ну, зато у них есть G7. Так вот, по поводу G7 и того, что там будет происходить в Германии. Насчет протестующих я вам рассказал, но есть очень, очень интересная деталь вообще глобального проекта, который лоббирует в том числе Шольц. И Шольц является практически, ну как сказать, он, наверное, основная фигура, ему на руку, что он как человек, который принимает в гости коллег, имеет возможность такого влияния специфического. И его идея тоже такая, ну, вот сперва я когда посмотрел, послушал, что это такое, является ли это чем-то новым, ну, нет, это не новое, это достаточно разговор, уже неоднократный, достаточно известный и избитый разговор, но... Дело в том, что есть различные пути, как закрыть экономику. Можно ввести санкции против определенных стран и запретить всем своим предпринимателям, инвесторам, банкам. В общем, короче, обрубить финансовые потоки, промышленный и товарооборот прикрыть. Ну, еще потом границу закрыть и воздушную, и такую, и все. И вот вам уже вы закрыли свою экономику. Но... новые мысли, вот это вот всегда, вот, знаете, так аккуратненько, так тоненько так провести, хитренько аргументировать, и вроде бы как все красиво, но на самом деле у Шольца есть идея. Эта идея называется «закрыть экономику избранных». И выглядит она так. Все, кто исповедует
цели зеленой экономики должны договориться. В старые времена те, кто подписывали там в 2015 году Парижское соглашение, мол, мы, да, согласны, что надо там эмиссию углекислого газа уменьшить, бла-бла-бла. Ну, как-то не прошло. Эти не соблюдают. У этих электроэнергия дешевая, зато небо грязное. Поэтому их товары качественные, и туда вообще-то большой капитал убежал. Я о Китае, конечно же. И вот как быть с теми, кто исповедует эту вот зеленую идею. А давайте те, кто действительно будет соблюдать нормативы, не по выбросам СО2, а по воплощению определенных вещей, то есть сократить, например, двигатели внутреннего сгорания, перевести всех на электрические в таком-то количестве, до такого-то года. И там правил достаточно много накапливается и сводится вот к чему. Внутри вот этих заговорщиков полностью беспошлинное пространство торговли, а также финансовых потоков. Облегченное создание фондов, банковской поддержки и страхования, что тоже очень важно. Но только те, кто подписались и воплощают это. И дальше наш клуб может расширяться, если вы приближаетесь к этим же стандартам. Звучит вроде бы красиво. Планету будем спасать, потому что мы поняли, те, кто подписывают договора, там Америка зашла, вышла. Давайте мы сделаем бестаможенное пространство вот для избранных. А дальше те, кто хочет, пусть к нему присоединяется. Это придумал типа вроде бы как Шольц, и это его является основной прерогативой. И дальше, понимаете, кроме двигателей внутреннего сгорания, которые должны исчезнуть, должны быть стандарты для продукции, это промышленные предприятия, и как должны там утилизироваться определенные вещи, как предприятие отвечает за эту утилизацию. Одно дело, что я получил как предприниматель прибыль, другое дело, что мой углеродный след, моя упаковка где-то там, в Африке, все равно на моей шее висит. Я должен оплатить утилизацию. Это же повышает сразу цену на продукт. Сразу же. Потребитель сразу теряет. Я не смогу покупать увеличение даже там, я не знаю, там, ну, 5% роли не играет, вроде бы, как на футболке. Но на самом деле, если взять всю цикл производства, это будет раза в два дороже элементарная футболка. То есть я по тем же деньгам, которые сегодня зарабатываешь, понимаю, что я футболки буду менять теперь в два раза реже. Ну, примерно так. И не забываем, пожалуйста, что теперь и стирать не надо. Стиральный порошок тоже плохо. Но общие цели по сокращению выбросов метана мы должны прописать и четко. Там машины только с электродвигателем, там не больше 5% внутри страны. Правила для стали. Ух ты, это вообще становится интересным. Значит, благоприятствовать экологически чистой стали максимально. И экологически чистая сталь из доменных печей должна выходить у всех государств по одному стандарту. И дальше ввести обязательно минимальные квоты на государственные закупки. То есть государство не должно вроде бы как влиять. То есть как это происходит в Китае, тем самым вроде бы свободный рынок для избранных. Если ты хочешь, то можешь прийти в Германию, и государство не будет закупать, ты закупишь. Ну, вроде бы как. Начиная от асфальта, который дороги будет украшать и обновлять, заканчивая всем чем угодно, хоть перилами в вашем подъезде. Вот звучит вроде бы как, знаете, так, нормально, ну и что такого? А теперь представьте себе, что они действительно сговорились. И если вы хотите присоединиться к беспошлинному торговому пространству хотя бы 5 стран, которые являются крупнейшими экономиками на этой планете, вы должны исповедовать все то же самое. Ну хорошо, вы говорите, да, я исповедую, но почему бы и нет, экологически чистая сталь, электромобили, ну почему нет? А я вам отвечаю, что я не знаю, насколько вы меня не обманываете, поэтому первое, что я сделаю, это пришлю к вам свой экологический надзорный орган. Международная экологическая полиция, инспекция в виде финансового, в виде реального следа и в виде отслеживания технологических цепочек. И как вы себе представляете, большая Россия, на которой вместится вся Европа несколько раз, должна отказаться, например, в будущем, через 20 лет полностью от двигателей внутреннего сгорания. Или Африка, например, точно так же. Но тогда тебя не подпускает к общим правилам вот этой вот торговли. А я напомню, кто на себя брал функцию и первый побежал и рассказал о том, что очень хочет и берет на себя вот эти обязательства контролировать именно углеродный след. Внешняя разведка Британии. Это было совсем недавно, всего лишь 1,5 года назад. У нас технически сейчас будет коротенький перерывчик, правильно? Сделаем небольшую паузу.
Вести ФМ. А вот и мы. Соответственно, закрытие собственных экономик является целью Шольца. И когда все это он придумывает и рассказывает, знаете, я не думаю, что у него там сейчас будет много последователей, но это красивый повод для закрытого клуба. То есть большие державы или небольшие могут объединиться с частичным допуском друг друга на рынок беспошлинной торговли при определенных условиях. Конечно, экологически чистая сталь никогда не сможет сравниться с сталью, которую будет делать Китай по цене. Но невозможно. По чистоте они будут одинаковы. Ведь экологически чистая — это ж понты. Это реально, это ложь определенная. Вы на солнечной энергии собираетесь сталь плавить? Доменные печи будут у вас на солнечных батареях? У вас технологии такие есть? Нет. Что такое карбоновый след, что такое углеродный след? Это приедет суперинспекция на Норникель, залезет во все документы, проверит все грузовики, пропишет, сколько у них там замеры какие-то, за это скассируют деньги, потому что ты, если хочешь с нами торговать, оплати нашу инспекцию. Понимаете, насколько они хитро деланные? Как они на что замахиваются? Красиво звучит, но на самом деле это всего лишь повод стать в новой модели диктатором правил торговли. И это модель Шольца, на самом деле, которая прячется за экологически красивыми рассказами. То, что он там забирает повестку зеленых, это ерунда. Зеленые дети по сравнению с ним невинные. И Шольц-то уже представлял эту идею. Климатический клуб западным странам – это вызов в первую очередь и уничтожение конкурентоспособности Китая. Очень сильно. И Китай прекрасно это знает. И Китаю тоже нужно переориентироваться на определенные рынки, на определенные взаимодействия. Очень нелегкие вопросы, потому что Китай заинтересован в сбыте своих товаров, и не будет он заинтересован, чтобы эти товары, например, частично производились в России. Это тоже правда. Здоровый баланс – очень тяжелая вещь. И политическое противоядие от токсичной динамики, вдумайтесь, какой слог. Политическое противоядие токсичной динамике, которая доминировала на международных переговорах по климату в течение последних 30 лет. Это цитата. Не двигаться или очень медленно вперед двигаться – это есть то, что Шольц хочет сломать. И идея это, почему я говорю, что она не нова на самом-то деле? Потому что Нобелевскую премию когда-то дали именно за это Уильяму Нордхаусу. Там у него было исследовательское эссе. Оно как раз имеет отношение к Парижскому соглашению. Хитрость это или это подлость? Это для меня не подлость ни в коем случае, это для меня логическое действие определенных элит Запада, которые не знали, как уже придумать, потому что всех обманули с этими ВТО, с либеральной торговлей, с честным доступом рынков, с понятиями антимонополия, с понятиями конкуренция. Нет ничего, это миф. Как только они чувствуют конкуренцию, они придумают заново правила. И вот эти все новые правила, санкции, теперь у нас новая модель. И Шольц, выведем Россию сейчас за скобки, понятно, что о России будут говорить много, понятно, что там экономическую поддержку Украине, на закупки оружия дадут деньги, это все понятно. Но есть то, что сейчас пробуют за шумом спрятать. Это не просто закрытая экономика, а создание элитного клуба с господством на этой планете. Шольц очень хочет сейчас, пока Америка и Байден не сильно сильны в этом контексте, действительно договориться раз и навсегда сохранить свою элитарность. И это будет большая победа. Закрытый клуб по эко-принципам, который имеет беспошлинную торговлю. Он тогда обскочит и Британию, которая хочет с Америкой торговать вне Европы экологически чистыми товарами, в кавычках, и он обскочит много кого и сохранит эдакое, ну, скажем, гегемоническое западноевропейское в экономическом пространстве, это и ноу-хау, конечно же, но самое главное, он пробует создать инструмент контроля вхождения в этот клуб, то есть внешние надзорные органы, которые будут тебе разрешать или не разрешать, это новые институты, которые должны появиться, их нужно создать, и цель будет только одна: хочешь к нам? Мы тебя будем контролировать. Будет по-нашему. Не хочешь к нам? Ну, вот здесь вот тогда я соглашусь, что многие вещи мы даже недопонимали относительно того, почему нужна дедоларизация Газпрома.
Почему это нужно? Почему должны быть рубли? Почему сейчас многополярный мир очень необходим? Потому что однополярный мир... Представьте себе, что у вас лежит на столе папочка, и вы прекрасно знаете, куда это ведет. И вы отстаете в экономическом, экологическом, объявленном новом тренде. И у вас нет шансов в этом новом мире быть равновеликим или равнозначным. Вы можете реально быть бензоколонкой. Ну, теперь, правда, в хорошем смысле слова. И идея Шольца, я не думаю, что она найдет большое одобрение. Хорошая повестка, красивая. Для меня на сегодняшний день она абсолютно утопична. Но в ней есть несколько целей. Первое. Экономику Китая долбануть очень больно под дых, так чтобы китайцам стало грустно и тревожно. Ввести действительно карбоновый и углекислый след как норматив. Это будет большая победа. И в этом отношении, я так скажу, Россия особо не заметит. Россия тоже является абсолютно адекватным игроком. И если смотреть на столицы как на законодатели мод, то по Москве уже много автобусов ездит и написано электрический автобус. То есть есть логика, но есть и подлость во всем этом. Подлость — это именно создание закрытой системы товарооборота. Я думаю, британцы будут против. Это внутри клуба. Я думаю, японцам тоже не все нравится. Плюс внутри Евросоюза определенные стандарты нужно двигать через Брюссель. Шольц не может отвечать за весь Евросоюз. И идея Шольца, конечно же, она звучит красиво. Это попытка перехватить какую-то инициативу и показать, что Германия все еще является в тренде, еще является политически лидерствующей державой со своим собственным визионерством. Так ли это? Ну, Шольц, желаю, господин Шольц, вам успеха. Вот нам товарищи радиослушатели присылают, что дизеля нет. И я думаю, действительно, это такой большой гроб, в котором происходит самоубийство немецкой экономики. И зачем это им нужно? Понятия не имею. Часто говорят о том, что Шольц вернулся из Америки после своего посещения Соединенных Штатов другим человеком. И его изменилась риторика внешней политики. Я не могу сопоставить эти вещи, потому что я знаю, что говорил Шольц, когда был министром финансов. И это была идея Шольца, он ее все время аккуратно нащипывал. Новая концепция лидерства Германии. Если я к этому прибавлю, к этой новой концепции, закрытый клуб, свободная торговля между именно избранными, там, G7, G5, G3, как угодно, и то, что Шольц в последнее время озвучивает о том, что Германия должна иметь большую армию, мне кажется, многие Шольца недооценивают. Он не умеет политически красоваться, делать пиар и селфи. Команда у него пиарщиков очень слаба, плюс медиаконтроль захвачен не немецкими властями, а кем-то другим, поэтому все время его мочат, чмошат и цитируют различных посолов, которые открыто оскорбляют его. Ну, давайте так, обиженная ливерная колбаса, это, конечно же, оскорбление. Это из уст Мельника прозвучало посла Украины по отношению к канцлеру. И при этом Шольц так втихушку на самом деле примерит на себя треуголку Наполеона. У него новая программа создать всемогущую армию Германии, огромную. Там только ядерного оружия хватать не будет. И это будет гарант для всей Европы, плюс новая модель контроля всех экономик, кто хочет присоединиться к частично квотной, беспошлинной торговле с этими избранными странами. Изящненько, изящненько, нечего сказать. Утопичненько, утопичненько. И я думаю, не кроме японцев и британцев, конечно, Франция имеет свое и представление о том, как нужно атомными электростанциями пользоваться. Технология сегодня не соответствует этим запросам. Нету ветрогенераторов, которые действительно обеспечат литье экологически чистой стали. Ну, невозможно просто это. И не забываем, что там уголь, кокс, абсолютно вещи, от которых избавиться нельзя при этом. И я думаю, преподнесено будет частичная победа Шольца как философа, идеолога вот этого нового зеленого цветущего мира, а на самом деле просто закрытие экономики и создание новой мировой жандармерии именно под видом экологической полиции. Ну или там, я не знаю, спецслужбы или еще чего-то.
И в этом отношении, ну, очень осторожно нужно относиться ко всему этому. Я бы даже дистанцировался. Пусть они поиграются в эти игры. И когда им надоест полностью играться в таких упоротых зеленых, в принципе, можно сказать, ну, давайте возвращаемся, пообщаемся с вами. А пока ваш евро и ваш доллар находятся в таком состоянии, что вы просто станки запустите печатные, а мы подождем в сторонке. Да. Владимир, ну вот у нас, к сожалению, время-то уже подходит к концу. Спасибо вам большое. Это был Владимир Сергеенко. Да. Прорвемся, невзирая на санкции. У микрофона Александр Андреев. Здравствуйте. И на связи со студией исполнительный директор Национального лифтового союза, генеральный директор Ассоциации Российское лифтовое объединение Петр Харламов. Ну и, соответственно, говорить будем о прорыве в вашей сфере. Скажите, после введения недружественными странами санкций, с чем наибольшие проблемы возникли? Ну, вы знаете, прорвемся-то мы в любом случае. Хотелось бы планомерно нам развиваться, по крайней мере, не спускать тот уровень, который мы сейчас имеем, не спускать ту планку. Конечно, есть определенные проблемы у нас в лифтовой отрасли, в лифтовом хозяйстве, но те иностранные представительства известных лифтовых организаций, значит, некоторые из них сначала заявляли на своих официальных сайтах, что они не принимают пока новые заказы. Но да, действительно есть информация, что некоторые заявили об уходе из Российской Федерации. Это такие компании, как ThyssenKrupp, Германия, это Schindler, там Европа, Швейцария. Возможно, это Kone, Финляндия. Но, по крайней мере, вот есть у нас совместное предприятие с Otis'ом связанное. Они говорят, что остаются на рынке, они обслуживают лифты, пока не уходят. Но здесь вот надо отметить, что наш российский рынок, он такой большой и значительный, и бизнеса достаточно много, что никаких, во-первых, сожалений не будет о том, что если кто-то уйдет, и, во-вторых, сразу же их нишу займут другие желающие и конкуренты. В общем-то, да и самое главное, что наши российские предприятия, производители лифтов, лифтового оборудования, они готовы, они работают, и, в общем-то, мы полагаем, что проблем таких вот перспективных особых не будет. Другое дело, что по вопросу импортозамещения, конечно, есть отдельные позиции, требующие обратить внимание именно наших российских производителей, в первую очередь это с микроэлектроникой связано, но тут больше вопрос в приоритете, наверное, для, например, космической, авиационной, там, автомобильной промышленности, нежели чем для нашей. Но вот те компоненты, которые связаны с микроэлектроникой, это чипы, это контроллеры, ну, есть такая позиция, частотный регулятор, преобразователь, устройство, которое делает плавнее наше перемещение кабины и открытие дверей. Это, да, на 100% пока связано с импортными поставками. Я слышал еще, что со скоростными лифтами есть какие-то сложности. Ну, со скоростными лифтами действительно в небоскребах, в высотных зданиях стоят все иностранные лифты. Значит, наши российские производители, пока мы ограничены высотой подъема 100-130 метров, это где-то 30, там, допустим, 35 остановок, и скоростью движения кабины 4 метра в секунду сейчас у нас. В принципе, есть разработки у нас и 6 метров, и даже до 9 метров в секунду, но здесь мы немножко отстаем по механике, по кинематике, то есть надо доработать, ну, так называемое железо, металл, там и направляющие надо, чтобы сопрягались идеально, ну, для того, чтобы обеспечить такие высокие скорости. А какие скорости сейчас на западном оборудовании западные лифты обеспечивают в высотных зданиях? Ну, скорости значительные, есть и до 20 метров в секунду. Вот, например, когда мы движемся там в Останкинской телевышке, аж уши иногда закладывает, потому что, ну, достаточно большие скорости. Ну, в принципе, для наших, вот в наших жилых домах скорость от 1 метр в секунду или 1,4 метра в секунду, ну, этого достаточно для того, чтобы подниматься на, ну, там, допустим, типовые девятиэтажки, 12-17 этажей, в принципе, до 30 остановок
Но я говорю, есть у нас уже, мы можем показать, продемонстрировать лифты, которые выполняют скорость 4 метра в секунду. Это уже считается такая средняя достаточная скорость. Конечно, для небоскребов нужна скорость побольше, но будем заниматься, будем разрабатывать. А в Останкинской телебашне лифты импортные, да? Никогда бы не подумал. Ну, да. Она строилась-то когда? Вроде бы тогда все было свое. Понятно. Вы сказали, что существуют определенные проблемы с электроникой. Ну, тут с одной стороны понятно, а с другой стороны, неужели это такая сложная электроника? Ну, в лифте существует станция управления лифтами, и есть вот микроэлектроника, микроэлектронные компоненты, еще раз повторюсь, это чипы, это контроллеры. Она сейчас поступает к нам из, ну, часть из европейских стран, большая часть из Китая, но сделанные по патентам США. Вот, то есть мы надеемся, что с Китая не будет никаких проблем в логистике, в поставках, но вместе с тем полагаем, что надо развивать нашу российскую, нашу отечественную микроэлектронику. А, ну и что касается материалов. Материалы-то у нас есть необходимые, потому что, наверное, для высоких скоростей нужны и стали каких-то особых марок. А сложности с тем, чтобы все это между собой сочеталось, чтобы все просто просчитать один раз и навсегда, или проблемы с тем, что еще нужно научиться какие-то особые сплавы делать и тому подобное? Есть у нас производители, ну то есть металла достаточно. В Омутне, значит, делают у нас металлургический завод, он делает, ну вот направляющие, то есть это такие вертикальные рельсы для лифта. Но вот при высокоскоростных там пока используются направляющие иностранные, чешского производства. Но я полагаю, что мы со временем, то есть когда мы будем все больше изготавливать продукцию, ну, своего собственного производства, тогда мы обеспечим то качество, те требования, которые сегодня нужны, в том числе для застройщиков, для девелоперов, для инвесторов, если они рассматривают высотные дома, высотные здания. Заменить сможем, но в какие сроки это можно сделать? Тут же, наверное, речь еще идет и о больших объемах. И, соответственно, сразу заместить существенные объемы может быть сложно, потому что это нужно и проводить соответствующие разработки, и материалы новые потребуются, те, которые не использовались раньше, и электроника, с которой определенные сложности, ну и на чем-то все это нужно еще каким-то образом производить, собирать. Александр, но я считаю, что у нас не такие большие объемы небоскребов, высоток, которые строятся вот для таких высокоскоростных лифтов. В общем-то, территория Российской Федерации настолько большая, что здесь больше, наверное, надо говорить о частных домах, таких коттеджах невысокой этажности. Но если идти вот всеми путями, отмечу еще раз, что, во-первых, мы надеемся, что все-таки иностранные изготовители, иностранные производители лифтов, они, это все пока только, так сказать, политические заявления, что они не уйдут с нашего рынка. Во-вторых, что сейчас уже китайские, там, допустим, турецкие лифты, они вполне могут заменить тех европейских производителей. Кстати, зачастую у известных европейских фирм-то лифты как раз изготавливаются все равно в Китае, там, на предприятиях. Вот. Ну и, конечно же, мы своим идем путем в том плане, что разрабатываем, изготавливаем, проектируем, сейчас делаем, стремимся вот изготавливать такие лифты для высотных зданий. А китайские лифты, они сейчас соответствуют всем необходимым требованиям, в том числе требованиям безопасности, потому что, ну, такое отношение, вы знаете, смешанные чувства по отношению к продукции из Китая у российского потребителя сохраняется. Но это действительно так было. Вот на сегодняшний день мы можем так говорить, потому что где-то с 2010 года, когда активно китайские партнеры заходили на наш рынок, они допустили несколько там просчетов в том плане, что не было
запчастей, не было необходимого объема запасных частей под их лифты, и поэтому мы не могли были, ну, при установке обязательно какой-то сбой происходил, и не могли были очень быстро, оперативно заменить какую-то вышедшую из строя запасную часть. Доходили сроки поставок этих деталей не то чтобы там дни, недели, а иногда месяцы, пока из Китая там или паром прошел, или железнодорожным путем контейнер приходил. Поэтому вот сложилось такое убеждение, что качество все-таки оно еще не на том уровне. Здесь важно, чтобы находился в регионе, в субъекте, где используются эти лифты, чтобы была такая база с запасными частями. Китайские лифты изначально не имели здесь достаточное количество запасных частей, поэтому сложилось такое мнение, что качество требует доработки. Мы надеемся, что если сейчас Китай там повторно будет заходить на наш рынок, то он учтет эти моменты, и обязательно будут специалисты, во-первых, по наладке настройки их оборудования, в частности, станции управления. А во-вторых, что будут вот эти вот все компоненты, комплектующие для бесперебойной работы. А надо их... Но вообще надо отметить, что мы надеемся все-таки на наших российских и отечественных производителей. Вот вы меня опередили, потому что я хотел задать вам вопрос, а нужно их пускать на российский рынок? Я надеюсь, что наши производители, они и займут самостоятельно наш рынок. Мы, в принципе, наша позиция такая, что мы в приоритете рассматриваем и считаем, что поддержка должна осуществляться в первую очередь российским производителям, далее, ну, отечественным, имея в виду, что в рамках, например, Евразийского экономического союза здесь еще есть наш партнер из Белоруссии, завод, который проектировался, в принципе, на весь, на удовлетворение нужд всего Советского Союза в то время еще. Но правильно я вас понял, что вообще-то проблемы ограничиваются очень высокими зданиями, небоскребами и какими-то офисными зданиями, где покупались заведомо дорогие лифты для того, чтобы блеснуть маркой. Ну, например, что вот у нас стоит Otis, и для кого-то это было важно. Ну да, некоторые есть застройщики, есть бизнес, значит, дома, вот соответствующий уровень, когда нужен премиум, там бизнес, и там необходим вот такой лифт, который будет обеспечивать как безопасность, как, значит, качество, в том числе и комфорт, да, там с музыкой, например, там с информационным табло. Ну, это уже сейчас и наши производители это могут предоставить. Другое дело, что это все удорожает стоимость лифта, конечно же, но это все возможно. Ну, с музыкой-то вроде сейчас, без проблем. Мы тоже можем. Да-да-да, вот я и говорю, что уже даже вот в Москве все чаще и чаще те лифты, которые меняют, ставят с информационным табло и даже с сенсорным управлением. Ну, я уже не говорю об антивандальном, значит, покрытии, купе кабины, антивандальных кнопках, которые... Мы даже здесь в период пандемии прорабатывали вопросы, чтобы бесконтактное было нажатие кнопок и, соответственно, рециркуляция воздуха в кабине лифта для того, чтобы обеззараживание происходило. Даже готовы под это уже все проработано. Какие-нибудь ультрафиолетовые лампы? Нет, еще не ставятся в лифты? Нет таких разработок? Там больше идет устройство рециркуляции. То есть важно, чтобы воздух прогнать через себя и, значит, его продезинфицировать, такие антибактериальные. Сама ультрафиолетовая лампа, она не очень правильно, ну, то есть мы разрабатывали, что нахождение людей в кабине не может быть вот при включении этих бактерицидных ламп. Петр Геннадьевич, объясните, пожалуйста, если зарубежный производитель уходит из нашей страны, соответственно, через какое время в элитном жилом комплексе, в котором установлены лифты этого производителя, они встанут и жильцам придется ходить пешком? Ну, вы знаете, тут важно, чтобы собственники
правильную выбрали обслуживающую лифтовую специализированную организацию, которая могла была бы вот вовремя перенастроиться, и она была бы в своем, значит, в своей производственной базе, у них были бы запасные части именно под этот лифт. Ну, или, по крайней мере, они знали, где их можно приобрести. Мы же, вот для нас, для нашей отрасли в том числе тоже характерен параллельный импорт. Мы сейчас как раз этот вопрос пытаемся проработать с Минпромторгом, с Минстроем и с Евразийской экономической комиссией. Что там, где иностранные лифты, если представительство этих брендов действительно уходит с территории, то, конечно же, будут наши сервисные организации обслуживать, но нужно обеспечить их вот этими запасными частями. Но, тем не менее, вот сколько лифт может проработать без замены каких-то ключевых запчастей при должном техническом обслуживании? Но пока сейчас у нас есть, в принципе, полгода такой некий задел, и мы видим, что таких нету резких каких-то движений, но мы упреждающе заранее стараемся эти вопросы сейчас обсудить, по крайней мере, проработать. Двигаемся по всем направлениям. Надеемся, что все-таки лифты иностранных брендов не встанут у нас, не остановятся. То есть железнодорожные составы с комплектующими уже идут по территории нашей страны? Немного не так, но наши обслуживающие организации, они работают сейчас в этом направлении, по крайней мере, как напрямую. Если, понимаете как, вот напрямую, например, уконы не могут они купить, но они найдут, значит, другую, там, посредника или еще кого-то, чтобы эти запчасти купить. Это один из вариантов. Второй вариант, там мы партнерские страны можем проговорить с ними, с тем же, там, через Казахстан. Кыргызстан, хоть и не очень лифтовая, так сказать, страна и лифтовая тема. Там. Надеюсь, дружественные страны, в том числе и Китай, нам поможет. Но еще раз, мы рассчитываем, что наши российские производители, возможно, будут изготавливать и запасные части для иностранных лифтов. Кстати, про Китай говорили, а про Турцию нет. И про Турцию очень часто упоминают, когда речь заходит о каких-то люксовых брендах одежды и аксессуаров, что там делают подделки, которые некоторые из них качественные, даже эксперты от оригинала не могут отличить. А вот что касается лифтов, насколько качественные лифты в Турции делают? Я вам точно не скажу. Я знаю, что Турция достаточно такая большая страна, где промышленность лифтовая очень развита. Там очень крупные выставки проводятся лифтовые. Конечно, допустим, не сравнить с Китаем. Китай — это вообще завтрашний день. Вот. Но в Турции лифты достаточно качественные делают. Жалко, что у нас они не очень широко представлены. То есть мы не можем сказать, что нет у нас такой статистики, среза, что массовые были бы у нас лифты, и провести по ним такую аналитику. То есть в этом вопросе мы пока с Турцией не слишком взаимодействуем, и большого опыта нет. Да, Турция очень нацелена на нас, они регулярно нам направляют различные предложения, коммерческие предложения, но все-таки не так используют турецкие лифты у нас. И есть компоненты, комплектующие больше используются, в том числе в наших российских лифтах, нежели чем вообще турецкие лифты. Они есть. Что касается конкуренции на этом рынке, насколько она высока между российскими компаниями, и можем ли мы ожидать, что эта конкуренция будет подталкивать компании к улучшению своей продукции, к улучшению лифтов качества? Конкуренция очень высока, очень. Значит, одним из наших крупных, даже лидер нашего производителя, наш лифтостроительный завод, у него акционером является государственная корпорация, которая, в принципе, хочет сделать некую корпорацию вообще по лифтам и объединить туда другие, в том числе наши российские крупные заводы. Мы считаем, что
работаем в таком рыночном поле, и надеемся, что не создастся монополизма. Для нас важно, чтобы заводы не прекращали работу, не прекращали свою деятельность, но процесс объединения возможен. Хотелось бы, чтобы он только вот играл на повышение качества, безопасности. Повторюсь, конкуренция у нас очень высокая. Вы знаете, слушая вас, напрашивается вывод, что в вашей сфере совершенно точно прорвемся без каких бы то ни было существенных проблем. То есть, какие-то, может быть, будут издержки, но именно издержки мелкие. Я очень надеюсь, что мы прорвемся, хотя вначале сказал Александр, и сейчас еще раз, лучше, чтобы у нас было поступательное развитие, не такими рывками, не революционное, а такое постепенное. Эволюционное. Мы еще надеемся, что все-таки вернут нам органы государственного надзора и контроля за лифтами. Сейчас пока вот он отсутствует, мы все же считаем, что должен быть в том числе госнадзор. Но я думаю, что и большинство подавляющее слушателей здесь с вами согласятся и вас в этом вопросе поддержат. Ну что же, спасибо. Я напоминаю, что на связи со студией был исполнительный директор Национального лифтового союза, генеральный директор Ассоциации «Российское лифтовое объединение» Петр Харламов. Прорвемся, невзирая на санкции.